Давайте Давайте отсечем еще варианты, варианты, которые которые не очень хорошие. Самого жирного уберем и по отдаем жесткому Украине. на бардаке заехать на юг, оплыв карту так, чтобы тебя вообще не услышали. И с юга, с Харвен по А, какой-то вот непонятно, вот 0.20, 0.10, Ну как он оттуда нарисовал, атаковать. по-моему. О, бот вообще четкий, ребят. Я предлагаю разбиться вообще и по одному со всех сторон вообще заходить. Ребята, умные. А как же командное взаимодействие? Да. Рандом. Карается не очень. Сами с себя мы не перестреляем. Парации. Да. А что если действительно разделиться? Одни поедут на бардаке, а вторые вон пешком на... На воднике можно. На этом. До Нет, метки. Два урала. Два урала только. Ну, на Урале. Переплывем да, на Урале, доедем до аэропорта, а потом переплывем вручную. А остальные на бардаке через юг. Потому что кучку всегда заметят. А одного-двоих не заметят. Ну давайте, да, переплывем. Если сможем переплыть, будем плыть. А если не сможем? Ну не будем. О, нифига. Будем играть в следующее миссию. Так да. Реально планировали свои наркоманская операции. Тема. Обе. Не знаю. Я думаю, к воде на Урале не стоит подъезжать. Нет, нет, я думаю, нет. Да. Что сейчас вот здесь даже наоборот. На уже не надо. На да, да, можно выходить, в принципе. Да. Высадка. Спешка. Да. Тут два тандемных кумулятива, кому нужно. Сейчас спешку сделаем у нас. Надо 240, не двигайся. Хотя, может, посмотреть берег сначала? Давай посмотрим. Да, только что ладу. Усматриваю берег. Лево особенно. Они могут наискосок стоять по этому по бухте. Да-да, я говорю, налево смотри. Да все смотрю. А кроме меня есть у кого оптика еще? У меня бинокль. Вижу БТР, БТР, ой, танк на 200 градусов, 200 градусов, выбежал вверх. Вот, правильно, стал на правильно, него, правильно, на север, правильно. На север, на север. Вижу. Правильно, на север, смотрели север. Давайте я у нас заводителя и едем, отъезжаем назад в лес. Поставь доложите меня, нашим, пока. Нашим доложите. Да, да, да. Не суетились, он уже не достанет нас. Сто девяносто восемь. Метку дал. Тебя слышно было. Ну я понял. Паш, может хорош там стоять? А я присел, меня не видно. Я в домике. А если мы сейчас на запад, северо-запад идем? Ничего. Я думаю, не имеет значения. Да. Не имеет смысла, можно отъехать просто метров на 500 чуть левее. Левее? Типа да. Ну-ка, проверка. На запад? Да-да-да. Слышишь? Да, смысл ехать, лучше пешочком дойти. С этого направления вы предлагаете долго. Идти дальше? Да. Просто немного от БТР сместиться, чтобы он нас не увидел. А теперь ты нас слышишь? Одна проблема пехи, другая БТР, как бы. БТР это страшно, а пехи не особо. Смотрите, в чем прикол. Если танк здесь стоит, мы можем сейчас сесть на Урале и по вот этой бетонке, которая идет на западе, прям в наглую влететь в зону. Да? Если танк здесь стоит и будет стоять. Оттуда пехом 600 метров до базы. Танк стоит или нет? Я вот слышу, ездит, ездит, валит деревья, двигается на запад. На северо-запад двигается. На 14 высоту, предположительно. А, то есть совсем на мыс? Да-да-да, он сдвинулся вот сейчас перед нами, Паш, приблизительно надо 220. Короче, грузимся. Грузимся и валим отсюда быстрее, пока он шумит своим движком, не слышит нас.
И мы влетаем в зону. Очень умно. Вообще нравится. Да. Кто не сел? Я не сел. Я сел. Поехали, поехали, поехали. Так, план, вы хотите прям в полоску залететь в зону, так? Да. Прям, если мы залетим, то мы выиграем, так? Нет. Понял. Будет гейм. Да, если смертники, я понял. Может, надо было одного бойца оставить, чтобы там был чисто пошумел. Огонь, огонь, огонь! Сшибай бетонную стену, и мы там затеряемся. Сзади откуда там? Да. Что-то тяжело. У нас ранены? Нет. Да. У нас сейчас за забор заеду. Да, остановимся. Все, высадку можно делать. Все обороны занимаем. Я пойду пока по пути. Сейчас развалят машину. Вытащите раненых, кто там раненый. Вытаскиваю. Крепится, что вы сделали? Оттаскиваем. Я склоняюсь к тому, что это было через деревья с того берега. Нет, это было сзади, где у нас была высадка. А что это на грамотность? Котлета. Да. Что тут хуй? Нет, травма, я понял. Это котлета? Кто так? Ребята, ребята, кто-то возможно... Подождите, вот кто-то возможно переплыл под прикрытием танка. Предположение, с 60-й высоты, по-моему, стреляли. Давайте 300. Поедем, не будем рассматривать. 300 возьму, да, все, грузимся. Если все полечились, все, грузимся, едем. Репит, полечился? Подождите, я далеко убежал. Понял. О, какие люди. 5 секунд. Йоу, Нига, зачитай. Сейчас зачитаю. Дай убить, тут. Залез. Продолжаем атаку так же. Я думаю, может, мы высадку сделаем чуть раньше, чем 600 метров до базы. Да. Можно, можно. Можно что угодно. Паш, можно... есть без. Хоть на бензоколонке. Да, я вот и хотел на бензоколонке. И в лес уйти. А Восток? Наверное. Потом через 105-ю высоту зайти. Да. Только надо. Надо кто-то, чтобы с востока на 105-ю заходил, а кто-то выходим, с выходим. И в лес выходим быстро. Наверх. 120. Снизу танк может пострелять. На шоку переходит. Вроде нет скрипта здесь такого. Передо мной Паш только что упал. Нет. Ну ладно. Наверное, сейчас показал. Я на нас метку сделаю. Спины, что ли? Да. Уходим. Не вмешиваемся, уходим. Уходим, уходим. С 340 бьют, не уйдут. Короче, не хочу. А что 140, да, на 140 двигаемся, уходим. А что это долбит? Это хамбик ДШК. С М2, который. Спалили они. Умер. Я, короче, в 3 сделал. Уходим, просто вообще уходим. Не котлет. Альфа, поставьте метку. Мы точно атака в этой миссии. Похоже, нет. Загнанный зверь какой-то. Надо убежать сейчас просто. На 160 двигаемся. Да мы бежим от них, меня атакуют. Метку сделаю, как остановимся. Но зато интересно. Сделаем остановку. Мы будущие трупы.
ребята, ночь устал. Ну и чем вы все под одну елку-то? Кто-то еще бежит там, пожалуйста. Метку сделал. По сторонам смотрите. И на шепот. Так на юге это злополучная рушта получается. Мы туда не пойдем. Нужно дороги смотреть. Ворон жив? А, он фиг сделан. Ворон там воюет, прикрывает нас. Можно дополнительно частоту настроить, чтобы с ним контактировать. Я думаю, его хлопнули. А это все здоровы тогда. Понимаете, если его сейчас убьют, они подумают, что все убили. Отделение там слили. Да-да-да, кстати. Вам сейчас главное незаметно уйти, так пулеметчик отдохнул? А вы отдохнул? Ну так, сердце бьется. Хорошо, сидим еще. Пойдем на 240. Есть что-нибудь, что я могу у тебя взять, чтобы сердце не колотило? Душу. Ну, 5 коробок у меня. Давай мне 2. А че так много несешь? Поменьше возьми. Это жаль. Оптимист думает, что всех израсходит. У меня леса мало, я за тобой буду бегать, если что, проси. Если меня убивают, у меня на РПГшка висит еще. И 3 выстрела. Ну, кстати, с того места, откуда мы шли, никого нету. Ни ворона, ни этого, ни врага. Но я продолжаю смотреть. Мы еще долго будем здесь находиться? Да. Ждем, когда отдохнет. Все, пошли теперь. Все, двигаем тогда. Как у тебя направление? 240. 240? Да, понял. 235, так скажем. У нас с левой стороны остается, скорее всего, непроверенная высота. С правой стороны еще как. Насколько? Насколько? Азимут. 120 под елкой. Принял. Рядом. Нет, так мы без надзора на стене. Открываем огонь без надзора на стене. Полите позиции. Убил, 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 все. Отставил. Отходи, отходи, отходи. Не палим позиции. Отходим. Куда? Паша, на какой азимут идем? Да я бы дальше пошел. Ну дальше пошел. Дальше. Управление 140 бежит в нашу сторону. 140, понял, принял, принимаем. Принимаем. Принимаем, понял. Да. Принимаем врага. От того, где первый был, близко? Нет, далеко, он в низине. Вот он на горе лежал, а этот на 140 в низине. Понятно, понятно, я вижу низину. Я понял о чем. Так, я смотрю спину, нам еще кто-нибудь смотрите. Движение вижу, там наложил, похоже, это свой. Он бежал в вашу сторону, на стрельбу, на сторону стрельбы. Мы встретим. У нас вариантов нет, принимаем бой. Есть контакт, движение. Блин, СЗ-ка можешь попасть? Можешь. Да, может, свои уже пошли, нет? Там 140, где? За деревом дергается, за деревом дергается на 140. Это не хотели зеленого цвета, как по мне казалось. Здесь наших не должно быть, они по другому маршруту. Пускай сидит. Огонь. Свой, свой стрелял, свой. Я труп.
Да. Может, отходим? А что толку нас в спину будет щипать по одному? У нас высота здесь, они будут подниматься, у нас выгода. Я на север смещусь, чтобы с дороги к нам никто не поднялся. На 140, 130, 140, 135, вот так. Бардак у нас плывет, поэтому сейчас держим оборону. Мы одни не сможем атаковать. Так, вижу. На 300-350. На меня, мимо меня бежит. Кружили? Не попал. Йокос. Атакую его. Убил, убил. Внимание, убил. Граната, отходим, репит, отходим. Не знаю, убил или нет. Север. Паш, вижу, еще идут, на 60-50. Репит, 150 еще идут. Двое, кажется, были. Движение было. Я не буду его проверять. Причем того, кого я убил, это был член экипажа, то есть... Танкист? Да. Ожил. Я надеюсь, две пули в пах достаточно. Я понял. Чё там с двоими телами? Видел движение 100%. Сейчас по себе перестреляю. Да, да. Бардак, бардак переплыл. Где? Ну наш. На юге. Сейчас котлеты мы. Что делать? Пока глухая оборона. Я бы посидел, ничего не делать. Мы ждем, когда наша вторая группа подойдет и начнет атаковать. Сейчас надежда на нее. Сдвиг, сдвиг. Прием. Прием, сдвиг. Да. Сейчас напишу новую на всякий. Они карту могли взять, прочитать. Да там вроде не сохраняют. Вино часто сделано. Блять, стреляй! Под огнем! Со мной тоже.
Где-то с востока. Бегает Гарт на востоке. Это я ему. У нас на востоке чувак бегает, если что, поняли? Не видно. Коричневый форум. Сдвиг организую вообще новое. Сделал. Если что, на него потом приходим. Право уже вплотную подошло. Давайте сниматься отсюда. Согласны? Кого-то из наших мочканули рядом со мной. Только что? Нет, труп лежит просто. На 240 снимаемся. Все, ну, рация за... А, ну все. Да не важно. Пошли, пошли, пошли. Быстрым темпом. Можешь АВ скинуть лишний магазин, давай две коробки тебе хватит с газа. Елки заглядывают, тут грибочки сидеть могут. Так, здесь вниз спускаемся сейчас. Под огнем спереди. И это ПТРД было? Или что это? Абрам, Абрам, это воевода. Ты меня попутал как-то. Понял. Но у нас там кадры это бегал, поэтому все нормально. Это танк? Все сразу в блокпост. Метку на нас дал. По нашей старой позиции бьет, скорее всего, зараза.
Не пойдем дальше, не выходим. Надо найти где это. Да. Сзади спина. Вот, 300 было, 200 надо. Последний выстрел. У нас же пушек нет. Я вижу его. Я живу. Че нас? У него пулемет. Спереди прям. Спереди направо, понимаете, короче, в хаму, здесь другой ход, с него зайдем. Отсюда не вылезайте, сюда не вышли. Они отвлеклись на хаму, наши старые. Сейчас зайдем с вами, кто-то старый. Паша, нечем тебе.
Ну, куда меня с трубы дал? Я? А чё ты кому оставишь, что ли? Нет. Группа 2 человека. Гонза, как вы сговорили? Мы вышли напрямую к базе с юга, и тут начали обстреливать нас с зоны. Заметили, что мы подобрались близко. БРДМ выехал, тоже его сразу. Слишком их много там в базе сидит. Ну. Да и за зоны тоже. Мы там целый это, обходной маневр сделали. Но это не сильно помогло прорядить их. Паша что-то знал. Паша на мишку добавить. Краб все-таки нам в спину заходил. Да, понятно. Я же неудачно дошел на спину. Мы только ворон съели и все. Крабов. Все, короче, успели перебежать дорогу, я перебежать. Короче, думали, всей толпу один... выбрали именно меня, короче. Я сказал, брат, герой. Я вот на это и был расчет, что вы посчитаете, что там ворон только один в роли был. Мы примерно так и подписывались. Нет, я убил лишнего, подожди, но... Когда он целился в танк наш... А у вас стационарный танк на базе? Понятно. Всегда заставляют такие, короче, миссии, типа, где надо сидеть на базе, они все убегают, удохнут, если сидят, как бы, планировалось, то они всегда выигрывают. Да. Потому что им было сказано, если они уйдут, они проиграют. Они решили не уйти. Чё, репиты? А чё репиты? РПГ? Да, он РПГ не слетал. Я тебя в гранат не было. Гонза. Где ты сдох? Прямо у базы. Упор, что ли? Ну, 10 метров. Ё-моё, кто-то в РПГ залутает бегать. Махнул слепой. Он еще и что ты там про махна говорил? Ну смотри, он где лежит. Но видишь, он убил. Он так близко. Сейчас танк пушку развернет и все. Хоть бы в елку спрятался. Ёлку мы сняли. Он сомнил, блядь. Блядь! В последний момент его увидел. И убежал. Как страшно. Жить. А их дохуя, сука. Шульман настоящий. Что за вот это? Дохуя. Сух трогали. Блин, Трабл, ты что здесь делаешь? Я вообще не понимаю. Вы там какой-то, не вижу противника, он стреляет. Ни хрена не понятно. Блин, я его почти увидел. Мы его ранил. Не кажется ли у нас есть шансы?
Да, конечно, есть. Хули, у него этот прицел ПСО, конечно, есть. Сейчас он всех перетикает. Мы же вслепую херачим в разные стороны. У вас снайпер тоже был. Да. Я вообще подожди, на танк-то некому вальнуть. Да. В смысле, а трубу достать поднять? А вы все стреляли. А твою? Перед Махно только. Я же ее потратил на этот, на БРДМ. Двоих ёрнул, да? Ну хорош. Да, кстати, где наш бардак? Махно убили. А он бардак припарковался к этой, к сосенке, долго стоял, ждал, никого не стрелял. Да, его запалил. Стрелял. Мы успели уже прицелиться к нему, мы долго смотрели на него. Потом докинул. Ручку помахали, типа, алё, чувак, мы здесь. Не, все, походу, сбегаться вообще. Смотрите, на В, он завис. Надо рубить. Все, можно рубить. Да, трекер нормально.